Ну и вот мы наконец-то подходим к мини-клубу. Так, на улице я пока никого не вижу. Наверное, все детки внутри. Сейчас посмотрим. Видите, все в цветочках, все чисто, аккуратненько. Стригутся травочки. Вот, смотрите, какая прелесть. И горочки, и качельки, и карусельки. Ну, конечно, очень много детей в аквапарке. Вон тут даже место для волейбола. Так, вот я смотрю, все тапочки пооставляли. Наверное, я тогда свои оставлю. Тапочки. Раз такой порядок, значит, надо оставить тапочки. Так. Зайдем, посмотрим, чем там детки занимаются. Ух ты! Тут... Здравствуйте! Здравствуйте! Можно полюбопытствовать? Прохладно, кондиционеры. А вот эти футболочки, это разрисовки, да? Да, футболка. Ага. И вы потом вручаете, да, эти футболки? Ой, хорошо, хорошо. Спасибо, здравствуйте. Тут кондиционер работает, я не думаю, так детки что-то рисуют. Можно полюбопытствовать? Вот, как раз они рисуют, да? А, это они просто какие-то рисуночки делают. А чем это они рисуют? Это мы сейчас клеить нитки будем сверху. А, это ниточки. Да. Мы им нарисовали вот такой вот рисунок, угу. На который они наклеили. Да. И сейчас вот разноцветными полезными ниточками. Ага, ух ты, как интересно. Вот там глаз немножко нужно. Прелесть. Так, плазма, телевизор. Мультики, наверное, смотрите здесь, да? Да. Так, а что дальше еще есть? А, вот еще внутри. Вот еще внутри есть вот такой. Угу, тоже горочки, тут можно лазить. Ну, прекрасно. Ребенок сюда попадает, а может тут находиться целый день, если ему интересно. Можно лазать, можно рисовать. Прекрасно. Мне очень нравится. Вот кондиционер большой стоит. Ну, между прочим, комфортная температура. Каждая мама, выезжая на отдых, думает о том, как развлекать и чем кормить ребенка, особенно если это ребенок до 3 лет. Приятно удивлена, что в Queen's Park Токирова, помимо диетического стола в главном ресторане, есть еще и детское меню, представленное в Kids Buffet. А можно я посмотрю? Здравствуйте. Я не знала, что тут такое есть. Боже мой, какая прелесть. Смотрите, можно взбить еду, если кому надо. Да, в обед, другое меню. Как, да и другое меню в обед, да? Да, конечно. Боже, какая прелесть. Как тут все красиво. Так, вот какой-то супчик есть, колбаски, омлетик. Гречневая кашка, картошечка. Ну, прелесть просто. Ну, вот детская лобби. И детское питание. Боже мой. Прекрасно, просто замечательно.